городе проживает достаточно большое количество людей маломобильной группы, которым невозможно передвигаться без специальных приспособлений, без коляски. И одна из основных проблем это то, что люди не могут попасть в банальный общественный транспорт. Поэтому в качестве эксперимента нами был изучен опыт других городов Украины, был изучен зарубежный опыт, вот, и сделана такая попытка организовать первую инклюзивную, я бы сказал, платформу для маломобильных групп населения, для того, чтобы они могли попадать в общественный транспорт без помощи, либо с минимальной помощью. Да, и садиться хорошо, и прекрасно. А что делать? Села-то лучше делать наш город, правда?